Попечительское пособие опекунам детей с нарушениями здоровья в городе Нарва было увеличено. Теперь на таких детей в возрасте от 3 лет и до достижения ими совершеннолетия будет выплачиваться 800 крон. Опекунам детей с глубокими нарушениями здоровья – 1000 крон. С подробностями вице-мэр по социальным вопросам Александр Людвиг. Выплата данного пособия происходит из средств государственных. Государство перечисляет местному самоуправлению на организацию выплаты этого пособия и организацию социальных услуг, связанных с уходом за этими детьми, ежегодно определенные средства. Значит, у местного самоуправления есть право также использовать и остаток средств, выделяемых ранее. Таким образом, в этом году у нас имеется остаток, переходящий с прошлого года, в размере 570 тысяч 78 крон, и выделенные средства на этот год 3 миллиона 393 тысячи 37 крон. Итого общие средства, которые мы, государственные средства, которые мы располагаем в этом году, 3 миллиона 960 тысячи 115 крон. Из этих средств и необходимо выплачивать данное попечительское пособие. Напоминаю, что помимо выплаты этого пособия, согласно законодательству, необходимо выплачивать и минимальный социальный налог, сумма которого превышает, естественно, даже максимальную сумму пособия. И в данный момент на учете социального департамента состоит 63 семьи, которые получают это пособие в настоящее время. Кроме выплаты этого пособия, у города будет возможность, есть возможность, исходя из имеющихся средств, которые я сказал, также оказывать и дополнительные социальные услуги для этих семей.